Доброе утро. Я всегда начинаю свое утро только с позитивного настроя. Чтобы день удался, особенно тот день, когда вы можете себе позволить поспать, выспаться, необходимо приготовить, потому что все мы знаем, как мы торопимся. Это рабочий темп, ритм в будни. Поэтому, если это получится сделать в будни, будет великолепно. Если нет, сделайте себе, сварите вкусный денежный кофе в выходной и побалуйте себя. Побалуйте себя позитивными настроями, аффирмациями, великолепным настроением. И сегодня мы вам расскажем, как приготовить тот самый настоящий денежный кофе. Перед тем, как поставить турочку на огонь, я буду демонстративно показывать на чашке, да? Представьте, что это турка. Поставьте на огонь, пусть кофе бурлит, кипит, варится. В то время, когда поднимается пенка, вы берете корицу и, присыпая корицу кофе, вы приговариваете такие слова: как корицу кофе посыпаю, так и денежек у меня прибудет и будет много множеств. Можно приговаривать свою любую какую-то аффирмацию: я богата, деньги текут ко мне рекой. Помешали, размешали ложечкой и налили себе, своей семье и предупредили, что сегодня мы пьем денежный кофе. Я предлагаю каждое утро, начните это с выходного, и пусть это будет традицией, каждое утро пить денежный кофе. Процветания вам и богатства!